связи с большим общественным резонансом, вызванным отработкой микрорайона Чапаевка в городе Могилеве, отмечается активизация лиц, в том числе цыганской национальности, по сбыту и иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 22 мая в городе Могилеве сотрудниками ГУБОП при силовой поддержке сотрудников ОМОН и ГАИ был задержан 48-летний цыганский барон при попытке сбыта наркотических средств. В течение дня нами зафиксированы случаи сбыта не менее 3 гражданам наркотиков указанным бароном. Преступная деятельность цыганского барона обратила на себя внимание в связи с его неоднократным сбытом наркотиков представителям криминального мира, так называемым преступным авторитетом, который на постоянной основе приобретали, в том числе и для личного потребления, наркотические средства. Указанный гражданин, ранее неоднократно судимый, в настоящее время также отрабатывается на причастность к совершению ряда других преступлений, связанных с незаконным автобизнесом, мошенническими действиями, в том числе на территории Российской Федерации. В течение указанного месяца в отношении указанного гражданина дважды собирался материал о игнорировании решения суда о запрете пользования транспортным средством, так как ранее был лишен за совершение преступления, связанного с незаконной эксплуатацией транспортного средства. Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и в дальнейшем будет продолжена работа по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, независимо от национальности преступника.